Основной тренд, наверное, это унификация. То есть унификация и удешевление технологий. Это касается, наверное, любой отрасли, как видеонаблюдение. То есть мы видим все больше и больше переход на IP видеонаблюдение. Так это касается систем хранения данных. Мы видим все больше и больше проникновения IP в эту сферу. Также, в принципе, и любую другую сферу. Те решения, которые предлагаем, например, мы, они тоже работают все по IP, потому что это проще, это дешевле. И я так думаю, что и в дальнейшем будут востребованы только те технологии, которые позволяют делать все максимально быстро и с наименьшими затратами. Прежде всего, рынок подкосил кризис. И что я могу сказать? Надо уходить как можно дальше от продажи коробочных решений и предлагать некие законченные сервисы, предлагать решения. То есть здесь мы, например, как дистрибьютор, готовы всячески помогать нашим партнерам и вместе предлагать заказчикам решения. Там, где заказчик получит конкретные выгоды. Мне очень нравится то, что форум проходит в рамках выставки, и то, что те докладчики, которые выступают на самом форуме, с ними можно потом встретиться на стенде, обсудить какие-то детали выступления, какие-то интересные технологии, которые можно применить в неформальной обстановке. Да, мы уже второй год участвуем в All Over IP. В этом году нам понравилось то, что есть некий фокус именно на ту тематику, в которой мы начали активно продвигаться, это управление идентификацией. И достаточно большое количество посетителей, которым эта тема интересна. Я вижу, что есть тренд с разбавления аудитории не только решениями видеонаблюдения, а все больше и больше представления различных решений IP. То, что вот в этом году сделан фокус на системах идентификации, это очень позитивный тренд.